Павлодаре наградили победителей первой региональной молодежной премии «Ертас Дарна». Лучшие из лучших в своей сфере получили не только грамоты, цветы и всеобщее признание, а также солидное денежное вознаграждение по 500 000 тенге каждый. Так в Прииртышье начали подводить главные итоги года молодежи. Лучшие молодые заводчане, волонтеры, предприниматели, спортсмены, журналисты, музыканты. Премию «Ертас Дарна» таланты Прииртышья объявили сразу по 10 номинациям. Получилась жесткая конкуренция. Учитывая, что это первая подобная премия, учрежденная специально для молодежи, она вызвала огромный интерес. Потому выбрать лучших из лучших организаторам было непросто. У нас производственный регион, молодежь работает, учится, много серпыновцев, много молодежи, которая занимается бизнесом, творчеством и многим другим. В зрительном зале ни одного свободного места. Поддержать своих номинантов от предприятий пришли целыми трудовыми коллективами. А чтобы не превращать столь важное событие в скучное собрание, в паузах между награждениями своим творчеством зрители радовали известные артисты. Среди представителей производственной сферы лучшим стал 26-летний выпускник факультета металлургии и машиностроения ПГУ имени Султанахмуда Турайгырова, а ныне начальник цеха электролизного завода Даурен Тайкебаев. Помимо друзей и коллег, поддержать молодого металлурга пришла вся семья. «Ертас Дарна» – это огромная мотивация для меня, как для молодого специалиста в области производства. И хотелось бы сказать большое спасибо всем производственникам за ту поддержку, которую они дали мне. Молодежь Павлодарского Прииртышья – это 164 тысячи юношей и девушек в возрасте от 16 до 29 лет. И каждый, кто подал заявку, несомненно, достоин самых высоких наград. Но конкурс есть конкурс. Такое всеобщее признание, такая высокая награда и оценка от земляков твоих заслуг, она возлагает еще большую ответственность. Это еще один стимул и мотивация к новым целям. Представление заявки, активное онлайн-голосование, но все же окончательное решение оставалось за компетентным жюри. Отбирали победителей в три этапа. Талантливая пианистка Нелли Рерих стала самой юной победительницей престижной премии. Она, как и Саятбек Акасов, достойно представляет страну на международной арене. Это, конечно, большое событие в моей жизни. Я благодарна всем организаторам, всем родителям своим благодарна, педагогам, всем, кто за меня болел. По решению организаторов, в каждой номинации победителями объявили по 2 человека. И в награду каждый получил по 500 000 тенге. Сегодня очень радостный день для меня и для моих поклонников, для моих родителей, для моей жены, для моих детей. У меня 3 детей. Баршаларыңызға рахмет. Вот так емко, серьезно и ярко Павлодарская область подводит итоги года молодежи. Но и это еще не все. Впереди целый ряд важных событий, в том числе вручение ключей молодым семьям и другие мероприятия. Из Павлодара Салават Семирбулатулы, Марат Игликов и Алексей Мельницкий. Хабар 24.